Дорогие друзья, примерно 100 лет назад в прекрасном городе Петербурге удивительный поэт Саша Черный написал одно необыкновенное стихотворение. Знал ли он тогда, может быть, догадывался, а может быть, был уверен на 100%, что сегодня, спустя 100 лет, его стихи будут слушаться так, словно написаны вчера. Встречайте обыкновенную историю обыкновенного человека. Знаете, тоже читаю газеты, а что-то порою расскажет сосед. Но лучше давайте не будем об этом, не лучше ли время сейчас для бесед. Вчера собирался пройтись по проспекту, но мне запретил неизвестный в пальто. А что я при этом подумал об этом? Я вам не скажу ни за что, ни за что. А нынче на кухне знакомый историк ужасные факты сказал мне. Поверьте, я чуть не свалился под столик. А, впрочем, о чем это я? А нынче в порыве доверия братском сказал мне в парадном один старичок, что два господина, как водится в штатском, кого-то схватили, а впрочем, молчок. Вам вот этого не говорил.